Всем патрулям Центрального района, повторяю, всем патрулям Центрального района, выдвигайтесь, улица Воровского, 54, там произошло открытое хищение чужого имущества. Сообщение о нападении в полицию поступило после 3 часов ночи. Потерпевшими оказались гости курорта из Санкт-Петербурга. Молодые люди сообщили, на них напала целая группа людей, 7-8 человек, завязалась драка. Злоумышленники отняли у туристов ценные вещи на сумму около 50 тысяч рублей. Завязалась драка, отняли у нас все имущество, у меня были деньги, телефон, у моего друга отняли iPad, сняли с него кроссовки, после чего мы зашли в хостел, позвонили сотрудника полиции, они быстро отреагировали. Молодым людям не удалось запомнить внешность грабителей, зато они смогли указать направление, в котором они скрылись. Нами был отработан маршрут патрулирования. По улице Курортный проспект была задержана группа лиц, подозреваемых в совершении данного преступления. Данные лица были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Преступники были задержаны в течение 1,5 часа. Похищенные вещи были обнаружены при них. Уже установлены личности подозреваемых. Трое являются жителями Сочи, один – приезжий из Абхазии. За что задержаны? За кроссовки забрал. У кого? Человека, мужчины. Ну как произошло? Снял кроссовку, его побили там. За что задержаны? Не знаю, какой-то побой. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 7 лет. Проводится проверка на причастность задержанных к совершению других преступлений. Если вам что-то известно о незаконной деятельности злоумышленников, нужно срочно звонить в полицию. Номера телефонов сейчас на ваших экранах. Галина Захарова, Ольга Десятова, телекомпания ВКТ.